день. У меня два вопроса. Первый вот касается вывода российских миротворцев из Нагорного Карабаха. Можно ли сказать, что после этого и после той этнической чистки, которую там произвел Азербайджан, трехстороннее заявление 9 ноября 2020 года прекратило свое существование? Вы знаете, комплекс трехсторонних договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении сохраняет свою актуальность. Официально ни одна из сторон эти договоренности не дезавуировала. И второй вопрос. Вот недавно стало известно, там были и видео доказательства того, что Азербайджан уничтожил в Шуши церковь 19 века армянскую. Там село Каринтак около Шуши было полностью уничтожено. Вот хочется узнать, как вы прокомментируете эти акты вандализма и вообще уничтожение армянского культурного и исторического наследия. Вы знаете, учитывая регулярные взаимные обвинения Армении и Азербайджана в связи с уничтожением памятников культуры, памятников истории, религиозных объектов, мы призываем Баку и Ереван сделать этот вопрос темой двусторонних переговоров. Со своей стороны готовы оказать любое необходимое содействие по данной теме. Спасибо.